Привет, друзья, с вами Ваймс, и я продолжаю проходить Bloodborne, и я решил сегодня пойти в DLC все-таки. Вместо того, чтобы продолжать сюжет, потому что, ну, у меня уже есть нормальное оружие, у меня там плюс 7 секира, и у меня почти хватает на плюс 8, и в DLC, говорят, есть довольно много всяких вот этих вот кусков и... кусков и прочей подобной фигни. То есть я смогу проапгрейдить оружие довольно легко. Уровень у меня тоже достаточно высокий. Ну, 60-й, может быть, не знаю, может низковато, может не низковато. Разберемся. В общем, все у меня есть. Как попасть в DLC? Когда вы убиваете Амелию, по-моему, после этого, здесь дается новый предмет. Ключ. Я его уже подбирал, естественно. Это глаз напившегося крови охотника. Глаз напившегося крови охотника со сжавшимся в точку и почти исчезнувшим зрачком, предвещающим наступление чудовищ. Говорят, что напившийся крови охотник попадает в ужасный кошмар, где его охота будет длиться до конца вечности. Этой участи не избежать ни одному охотнику. А, в общем, оно здесь появляется просто так, и эту фиговину нужно подобрать, и после этого нужно пойти сюда. Да, соборный округ. Я постоянно путаю, какой из костров там, ну, из ламп, куда ведет. И теперь, во-первых, я теперь могу поговорить со всеми, потому что изменилась ситуация в том плане, что я убил Рома. И теперь здесь красная луна и вообще веселье. Но, во-вторых, здесь висит амигдала еще один, одна, одно, не знаю. Оно здесь и до этого висело, просто было невидимым. И вот здесь вот, где я подбирал сет, который сет охотника без плаща, но с цилиндром, оно меня пытается схватить. И теперь, после того, как у меня есть этот предмет, мне нужно позволить ему себя схватить. Если я до этого дам ему себя схватить, то это просто меня очень сильно задамажит. И даст немножко озарения. Cursed the fiends, their children too. And their children forever. У него голова полая? Никогда не замечал. Ну или это какой-то баг заставки был. Кошмар охотника. Это тот же самый соборный округ, только он немножко другой. Интересно, в DLC я не был, так что это совершенно... Вслепую будет прохождение, но посмотрим, разберемся. Здесь выхода нет. Здесь выход есть, но закрыт, правильно? Открывается с другой стороны. И здесь выхода нет. Интересно. Уже очень интересно. День. Ну, в кошмаре... Там бывает день. И это все равно луна или что это вообще? На солнце не очень похоже. Это похоже скорее на то, что... Даже не знаю. На просто какое-то закатное небо. Но почему оно в форме круга, а вокруг ничего такого нет? Это другой вопрос. Ну окей. И этот кусок выглядит так же, как и в основной игре. О, бешеная холодная кровь. Ну, в том плане, что там такие же примерно статуи, такой же примерно балкон, только внизу должна быть земля ближе, сильно ближе. А вот этот вот кусок уже выглядит сильно по-другому. Двойные осколки. Но если здесь двойные осколки дропаются, то, скорее всего, задумано, что я сюда прихожу немножко раньше. Ну и учитывая, что он доступен после убийства Амелии. Ладно. Почему я здесь вижу чью-то тень? Оу. Оу. Окей, мне нравится его пушка.
Но мне не нравится его дамаг и количество жизни. Мне совсем не нравится его дамаг и количество жизни. Но он очень легко парируется. Опс. Да блин. Он не очень легко после этого критуется, потому что парировать его стоит с очень большого расстояния. Потом я подбежать не успеваю. Но парируется конкретно он очень легко. Ну, попробуем еще раз. Для начала я хочу вот сюда подняться дальше и посмотреть, что тут происходит. А, тут нет текстур. Какого хрена? Ну, вы понимаете, вы это вот как это назвать? Арки. На обратной стороне нет текстур. Фромы, что вы делаете? Почему вы такие наркоманы? Нифига себе у него дальность. До этого у него было меньше. Наверное, потому что он был выше по лестнице. Поэтому он просто не доставал до меня такими ударами, потому что я был слишком низко. Мне этот DLC уже определенно сразу не нравится первым же врагом, потому что это тупой охотник с миллионом хитпоинтов и с миллионом урона. И, собственно... Ну, собственно, все, что о нем еще скажешь. Он тупой охотник с миллионом хитпоинтов и миллионом урона. Ну, я надеюсь, он не респавнится. Колпак старого охотника. Так. Старая охотничья шляпа с широкими полями, которые скрывают пронзительный взор. Давным-давно, когда охотники встречались на каждом шагу, такие шляпы носил каждый второй. У Гаскоина похожая шляпа. Правильно? Но нет. Не очень похоже. А по статам она... Ничего особенного, правильно. Да. Ну, эти ворота открываются с другой стороны, я уверен. Так что мне еще и не сюда. Тогда остается идти вверх и смотреть, что тут происходит. Еще один. Ну, хотя бы они так легко парируются. В этом плане они немножко лучше, чем почти все охотники в основной игре. Перчатки старого охотника. Упс, нет. Когда-то охотники верили, что некоторые металлы могут защитить их от воздействия крови чудовищ. Когда начинается охота, отличить правду от суеверий бывает непросто. Старые охотничьи перчатки сделаны из меди, чтобы защитить руки с оружием. Перчатки визуально не сильно друг от друга отличаются вообще почти все в игре. Окей. Это ведет туда же, где я уже был. Понятно. Здесь прыгать тоже смысла нет. Пузырек крови. И это круглая площадь. То есть это действительно та же самая локация, как бы, только она немножко другая. Окей, тупая собака.
Твоя собака не получает урон, пока она лежит. Отлично. Там кто-то кого-то убивает без меня. Я всю стамину потратил на попытки попасть под тупой собаке, которая меня зажала в углу. Я пытался увернуться влево, но... Окей, тупые собаки тут тоже очень живучие и очень дамаговые. Ну теперь главный вопрос, респавнятся ли охотники? Потому что если да, то у меня сразу возникает очень сильное желание дропнуть нафиг этот DLC и никогда больше не играть в Bloodborne. И они действительно респавнятся, но пока что я этого делать не буду. Но желание есть. Особенно учитывая, что они ни хрена не парируются. И они еще и ни хрена не стагерятся. Какого хрена? И какого хрена я жив? Это еще один вопрос. То есть это даже не охотники, а как бы обычные враги. Которые по дамагу и по хитпоинтам, как охотники. Черт. Не хочу здесь быть. Окей, что здесь происходит? Они даже без огня меня боятся. Шесть бутылок. Еще всякая фигня. Это не открывается. Видимо, вообще никак. О, там еще один охотник. Ну, он хотя бы поможет мне убивать всю эту ересь. А вся эта ересь поможет мне убивать охотника. Отлично. Какой-то он огненный. И какой-то он на меня сагренный. И какой-то он намного хуже парируется. Тупая ограда, почему? Ну, в общем, пока что какой результат? Охотники в DLC все еще абсолютное говно. Камера в DLC все еще абсолютное говно. Я тоже умею стрелять. Я даже лучше умею стрелять. Только я не умею тебя после этого парировать, почему? Точнее, критовать почему-то. Ну, у меня почти кончились патроны. После скольких? Трех охотников. Лучше бы они патроны дропали, а не бутылки. Знание безумца. Эти ворота не открываются, я уверен, да. Ну и судя по тому, что за ними они вообще не открываются, не должны. Ну окей, знание безумца еще. Здесь нельзя подняться. Зато здесь можно куда-то пройти. А, ну и конечно же собаки тоже все еще говно. Ау.
Кстати, можно что-то сделать? Да. Удивительно. Ну ладно, ловушки веселые. Да сколько там собак? Этот чувак хотя бы не такой живучий, так что он нормально убивается и без парирования. И бутылка, и возможность спрыгнуть куда-то. И с той стороны возможность спрыгнуть куда-то. И там тот охотник, что за мной пришел, видимо. Ну ладно, я спрыгну сюда, потому что я вижу с этой стороны лут. Также, кстати, надо бы, наверное, сделать вот что. Опс, нет, этот. Эти чуваки, возможно, все еще боятся огня. Ну, видимо, не очень. Они боятся меня даже, когда у меня нет огня. Это плюс. Так, как насчет тебя? Ты не стагеришься нормальный, ты меня почти убил одним ударом. А лок тупой, почему ты не работаешь? Вот противник, почему ты не лучишь его, когда я жму? И на него три как минимум репоста уйдет. Вообще веселье. Возможно, даже 4. Ну, можно будет его добить чем-нибудь другим, наверное, если он выживет. Хотя я не хочу рисковать. Нет, конечно, они все очень легко парируются, но, блин, когда у меня по 4 патрона уходит на одного врага, и ничем кроме парирования его не убить, и патроны он не дропает, и он еще и респавнится. Ну, потому что я уверен, что эти чуваки тоже респавнятся. Моей ненависти нет предела. Убийца-чудовищ. Это оружие? Это оружие. Хитрое оружие, которым пользовались старые охотники. Этот массивный железный тесак способен разрубить даже самую прочную шкуру. При трансформации он делится на несколько лезвий меньшего размера, которыми можно орудовать как тяжелым хлыстом. Это простое оружие, которое полагается на грубую силу своего владельца. Вряд ли его можно назвать изящным. Оно требует... Да, у меня хватает статов. Опс, так, нет. Атака в падении мне не очень нужна здесь. Мне нравится этот мувсет. Этого мувсета, по сути, нет. Один удар только. Заряженный, вертикальный. Окей. Ну, тут как бы мувсета как такового тоже нет, два удара. Ну, нет, в дарке, конечно, два удара — это полная комбо любого оружия, но это Bloodborne. Заряженной, наверное, нету? Двуручной, правильно? Да. Это смена в одну сторону. Это смена в другую сторону. С разбегу. Просто удар. Вау. После переката. Просто удар. А в наручном варианте. Выпад. И тоже просто удар. Мне нравится, в принципе, по мувсету. Мне не очень нравится по статам. Скейлинги хреновые. Может, от прокачки они улучшатся, конечно, но как-то я проверять не очень хочу. Потому что, скорее всего, нет.
Ну или может станет тоже CE. CE, в принципе, то же самое, что и топор. Ладно, надо будет заточить, посмотреть. Мувсет мне определенно по нраву. Что тут я не подобрал? Ну, паразит. А, это как раз ковенант. В общем, это предмет для лиги. Оно из боссов падает, если... если в коопе помогать, имея знак лиги. Источник человеческой скверны. Напоминающий многоножку существо, которое нашли охотники лиги. Паразиты являются результатом человеческой безнравственности и источником их скверны. И видны только взору союзников лиги. Задача лиги является их полное уничтожение. Быть может, их безумие милосердно. Те, кто хочет видеть паразитов, их видят. А те, кто решается на это добровольно, получают в жизни новую цель. А если его использовать, то... Точнее, его использовать, по-моему, нельзя. Правильно? А, нет, можно. Но это, по идее, его просто уничтожит. Но, собственно, в этом заключается задача лиги. То есть это их квинанский предмет. Тут больше ничего не было. Нет, тут еще что-то было. Тут еще есть проход куда-то дальше. А, но он никуда не ведет. Окей. Ну и на другой стороне там просто возможность спрыгнуть туда, где я уже был. Точнее, даже не спрыгнуть, а сойти, но я не хочу связываться с этим охотником. А здесь что происходит? Здесь происходит еще куча чудовищ. Ну, этих чуваков будем называть их так. И они все еще не дропают ничего нужного мне. И здесь есть ворота. И вороны. Это ворота в самое начало, правильно? Да. Нет, там другой охотник меня ждет наверху, но я все равно не хочу с ним связываться. Оу, но придется, потому что мне нужно оттуда. Или это не оттуда. Спрыгнуть за лутом. Это как раз оттуда, это он не за мной пришел, это он просто охраняет лут. Окей, этот чувак сложно парируется. Но он чуть менее живучий, чем все остальные. А, это как раз как стрелок был до этого. Правильно? Видимо, да. Штаны старого охотника. Много лет назад охотники верили, будто... Первый кровь зверя поражает правую ногу. Это объясняет двойной кожаный пояс. Ну, остался один кусок брони. Что-нибудь еще здесь? Да, я вижу еще какой-то лут. Неподобранный. И еще какой-то лут. Сплошные двойные осколки. Ну, я смогу проапгрейдить этот... как он называется? Убийца чудовищ. Он никак не называется. В общем, это оружие. Молотов. Так, и что-нибудь еще здесь? Вроде нет, потому что здесь я уже был. Да. Здесь я везде был. Ну, остается только... Нет, остается не только идти вперед сюда. Там еще, возможно, что-то есть, правильно? Или нет? Здесь ничего нет. А ниже? Ниже тоже ничего нет. То есть, да, остается только идти дальше вверх по лестнице.
Патроны вообще кончились. Это меня немного пугает. То, с какой скоростью они кончаются в этом DLC. Потому что у меня не так много патронов. Да, у меня есть запас небольшой. Но это именно что... небольшой запас. Внезапно. Этот шар был одноразовым? Видимо, да. И там двое сразу. Одеяние старого охотника. Все, собран фулсет. Однажды все охотники исчезли, и обитатели Ярнема стали шептаться о том, что охотников настигла кара за их грехи. Опьянев от крови в погоне за чудовищами, все охотники до последнего сгинули в бездне кошмара. Ну, похоже на сет охотника, только немножко другой вариант его. Но тоже сойдет. Однажды все охотники исчезли. Является ли этот кошмар прошлым? А, они убегают от меня. А, они умирают. Окей. Что это за Ктулха и как мне его убить? Могу ли я его парировать? Не уверен. Окей, если я его не могу парировать, то лучше его вообще не убивать, учитывая, что я ему 220 урона силовой атакой нанес, и это выглядело как процент атак 3 от его хелсбара. Ну, не силовая атака, а L2. И это его вообще никак не застагерило. Ну, у меня есть шорткат, но я не уверен, насколько он помогает. Насколько этот чувак стагерится? Да, он стагерится нормально. По-моему, я это уже проверял. Тогда так его проще немножко убивать. Стамин, конечно, медленно регенит. Опс. Опс. Ворон, идите нафиг. Вы мне не интересны, и вы мне тоже не очень интересны. Хотя они сейчас сагрятся и придут за мной, я уверен. А где моя... Вот моя кровь. Ну, моя кровь теперь у меня. Так что эта проблема решена. Что вокруг происходит? Бутылки. С другой стороны. Молотовы. Может быть, кстати, он уязвим к огню? Я не удивлюсь. Но на этот раз его успели сдамажить. Нет, он абсолютно... Ему пофиг огонь. Он меня роняет на пол каждым ударом, что очень неудобно. Насколько я могу пробежать мимо первого охотника? Ну, то есть я понимаю, что я могу мимо него пробежать, но насколько он за мной пойдет? Потому что я, ну, вот вообще не хочу с ним связываться.
У одного из них моя кровь, окей. То есть ее мне вернут очень быстро и вообще без проблем. Я могу игнорить этого чела и пойти вниз сюда. Куда это меня приведет? Я слегка загляну. Да. Это меня приведет еще куда-то. Да там же... А, нет, не пушка. Я хочу еще разок попробовать сразиться с этим чуваком. Ну и когда я говорю сразиться, я имею в виду попытаться его один разок отпарировать. Да, блин. Но это слишком быстро. Да, он парируется. Но, блин, он сложно парируется. И очень больно бьет, если его неудачно отпарировать. Ау. Он пролезет сюда? Пойдет ли он вообще сюда? Нет. Потому что этот чувак, я очень сильно подозреваю, что он не респавнится, учитывая, как он выглядит и сколько у него жизни и вообще, насколько он суровый. Нет. Окей, ура. Один раз я его отпарировал. Еще примерно 4 раза. Что ты теперь-то... Окей, понятно, что ты теперь-то делаешь? Это должно было быть парированием, вроде как, нет? Окей, не связываться с ним пока что. Понятно. Если враг настолько живуч, дамагов и делает еще и такую вот фигню в середине боя, то это хороший повод не связываться с ним вообще. Пока что. Когда у меня будет оружие плюс 10 и там на 15 левелов я буду выше, тогда как нефиг. Ну или там на 30 левелов я буду, в общем, на много левелов я буду выше. Сейчас... не хочется. Пусть живет. У кого моя кровь? У одного из этих? Да, у одного из этих. Ну, блин. Ну, эти не похожи на, да, на каких-то особо сложных врагов. Ладно, я посмотрю, что здесь происходит. То есть я уже видел, что здесь вот эта вот фигня происходит. Оу. Там три этих фигни происходят. Там больше, чем три этих фигни происходят. И они очень дамаговые. Так, ну минус одна фигня.
Минус все фигни. Понятно. Амигдала закопан. Оу. А, он просто на кнопке стоял. Окей. Ну, я хотя бы нашел нормальных врагов, которые не имеют миллион хитпоинтов и миллион урона. Оу. Нет, тут, конечно, тоже есть охотник, который имеет миллион хитпоинтов и миллион урона, я уверен. Он здесь не основной враг. Черт, да, так в прыжке не парируется все еще. Дай мне отхилиться. Взрывайся пока сам. Почему это не было парированием? Да хватит прыгать, наркоман! Это враг, которого, по сути, за адекватное количество ударов можно убить только парированием, и он постоянно прыгает. Из него еще и всего 900 душ дают. Ну, крови, не душ. Но вы меня поняли. Лол, он меня пнул. Я тоже хочу такой динамит, как у них. И это... Это похоже на дом в Ярнаме. Собственно, я... А, коктейль Молотова замедленный. Я куда-то туда и пришел, возможно? Ну, то есть это тот же дом, что и... Перед тем местом, откуда можно вернуться к лампе. С центральными ярнами. И тут даже враги те... Ну, они не те же самые, но они на первом этаже также расположены. О, нет, не так же, надо же. Он мертв. А, он взрывается. Хорошо, что я ударил, потому что тут... Все вот это вот оно тоже взрывается. Гремучий молот. Надо выйти куда-нибудь, где светло. Ага. Там какая-то злая... Это злая хрень, понятно. А с этой стороны... Да, это действительно тот кусок ярного. Ну, учитывая, что старый ярном и не старый ярном... Ну, хотя... Может быть, это действительно прошлое, может быть, нет. Я все-таки склоняюсь к версии, что это просто кошмар. Особенно учитывая, что это Гилберт, или как его там звали. Ну или он похож, он как бы подразумевается. Как насчет не падать на меня этой атакой и не орать? Ну, это тоже охотник, и у него тоже миллиарды хитпоинтов. Кто бы мог подумать, что такое возможно в этом DLC и в этой игре.
А я всего лишь хотел потестить молот по урону. Цилиндр старого охотника. Это просто кровь, она не дамажит, окей. У него настолько миллиарды хитпоинтов, что его даже парированием очень долго убивать. У меня патронов нет. Я, пожалуй, пойду. О, я здесь что-то... А, да, я здесь... Я сюда вообще не спускался. Точно, я все понял. Два одинаковых осколка. И это, по сути, самый старт игры. Такой вот спуск. Я не понимаю эту локацию слегка. Ну ладно. Так, молот. А, где он? Гремучий молот. Огненная атака, ну понятно. Хитрое оружие старых охотников, изготовленное резяками мастерской, пороховыми бочонками. Огромный молот, снабженный крошечной домной. Если ее разжечь, она испускает языки пламени и взрывается при каждом ударе. Гремучий молот ломает чудовищем ребра, а потом сжигает их плоть. Его грубая простота пришлась по вкусу охотникам, поставившим, питавшим к своей добыче особенно сильную ненависть. А, и цилиндр. Старый охотничий цилиндр, покрытый пятнами высохшей крови. Давным-давно, когда охотники встречались на каждом шагу, такие шляпы носил каждый второй. Ну, собственно, то же самое описание. Так, молот. Медленный, но так, так и должно быть. Один удар в этой комбе. Так. Это его просто поджигает. На один удар. Ну так неинтересно. И силовой он взрывается, да. Но на один удар, какого хрена? После переката такая фигня, с разбегу такая фигня. Нет, если бы он поджигался как-то нитрус, там, на несколько ударов хотя бы. И ЦЕ. Ну, ЦЕ это хороший скейлинг. Ну, блин, это оружие без второй формы, по сути. У него вместо второй формы возможность его слегка поджечь на один удар. Так, что здесь вообще происходит? И хочу ли я здесь быть? Хочу ли я вообще где-то быть? Наверное, нет. Наверное, я хочу просто пока что свалить отсюда. Потратить кровь, поднять уровень на единичку там. Проапгрейдить новое оружие. Пока что DLC мне не нравится, скорее, чем нравится. В Bloodborne вообще в основной игре... На мой взгляд, довольно хреновые боссы, почти все. Но при этом хорошие сами уровни, по большей части. То есть, то, где нет боссов, в основной игре хорошо. То, где есть боссы, довольно так себе. В этом DLC пока что уровни без боссов хреновые. Потому что везде охотники с миллионом хитпоинтов. Везде проще вот эта вот хрень. Ну, он заметно слабее топора. Простых осколков у меня 12. Сколько у меня непростых осколков? 22. Возможно, он заметно слабее топора, потому что в топоре камни. Если я их выну, что будет? Но он все равно заметно слабее топора. Ну и дескейлинг вместо С. Но хотя он заметно слабее, потому что он на один уровень ниже. Если я его все-таки проапгрейжу, потрачу, то он почти такой же. Ну, почему бы не попробовать? Упс, нет, не это.
Здесь что-то лучше, да. О, это новые камни? DLC-шные? Еще лучше. Стоп, я... Да, я туда вставляю. Почему? А, все, все правильно. Я все понял. Не туда посмотрел, не на те цифры. Думаю, почему так мало урона? Но его на самом деле немало, его сколько должно быть. Это прямая атака, вот этот еще больше. Окей, и здесь... 110... Ну, посмотрим, попробую немножко с этим побегать, потому что мне нравится мувсет, мне нравится, что он кнут, и что он далеко бьет. И он выглядит так, как будто он должен довольно хорошо стаггерить. То есть это, по сути, аналог трости, которая трость кнут, только, судя по виду, с эффективностью, то есть с дамагом и стаггером от какого-нибудь там меча Людвига, или, ну, или хотя бы... Ну нет, оно должно стаггерить и дамажить сильнее, чем вот эта вот всякая хрень, то есть пила. Так что мне, наверное, в итоге понравится это оружие. Ну ладно, в общем, в следующий раз я пойду дальше по DLC. Но пока что мне не нравится. Как в него заходить, кстати? Надо поискать. Не отсюда. Не отсюда. Не отсюда. И не отсюда. Откуда тогда? Из амигдалы каждый раз? Или где-то что-то еще есть? Может быть... Отсюда? Да, именно отсюда. Ну окей, тогда понятно. Тут ничего нового? Тут не должно быть ничего нового. Но все-таки, да. Ну ладно. В общем, в следующий раз я продолжу проходить DLC. Я, наверное, пойду дальше туда же, куда я пошел сейчас. То есть в эту сторону. А, может быть, я еще разок попытаюсь что-нибудь сделать с этим здоровым чуваком с топором. Но он мне не кажется чем-то, с чем я могу справиться с тем оружием и с теми статами, что у меня есть сейчас. Ну, посмотрим. Ну, ладно. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. С вами был Ваймс. Пока.